Всем мэраба, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. В этот раз я вам предоставлю очень хорошую трехкомнатную квартиру 2 плюс 1 в хорошем комплексе с большой территорией. Тут есть крытый бассейн, открытый бассейн. Вот мостик проходим, там крытый бассейн. Расстояние отсюда до моря 900 метров. Состоит из нескольких блоков. Можно сказать, что здесь 40 метров или олимпийский бассейн в длину. Вместе увидим, я еще не смотрел. Пятиэтажное здание. Проект был сдан в 2008-2009 году. Пардон, 2006 года проект. Но переселились в 2007 году. Здесь у нас два балкона. Первый балкон. Ну, где-то здесь 10 квадратных метров. Сторона юго-западная, а также западная. Вот это второй балкон. Сквозная квартира. Тут прохладно, как видите, ветерочек есть. Идемте в квартиру. Полезная вся площадь здесь 105-112 квадратных метров. Гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника вся фирма Арчелик. Шкаф-то потолка. Высота потолка 265 сантиметров. Вот такая просторная квартира. Здесь у нас прихожая. Стиральная машинка тоже фирмы Арчелик. Вот. Что надо, можете поставить встроенный шкаф. До потолка тоже. Вот хорошая прихожая. Средний этаж. Айдат 900 лир. Видите, сюда спальня, здесь 13,5 квадратных метров полезная площадь. Может быть и 14,5, но я минималку говорю. Один санузел, большой санузел, проточный водонагреватель фирмы Siemens. Душевая кабинка большая, форточка тоже есть. Итак, дорогие зрители, кто хочет прочесть там отзыв про меня, на канале есть ролик с отзывом о нашей компании. Так что посмотрите и обращайтесь. Работа по запросу. Кстати, кондиционер установлен прямо в санузел. И здесь спальня. Тут где-то 17-15 квадратных метров полезная площадь. Хорошая квартира, уютная квартира. Так, балкон видите, да? Тут поменьше, а это побольше. Можно застеклить, будет дополнительная комната. Вот. Сейчас спущусь вниз, покажу вам всю инфраструктуру, территорию. Детская игровая площадка. Ну, территория огромная. Район ОБА. Квартира подходит под ВНЖ. Вот, вышел из квартиры. Лифт сейчас вызовем. На этаже 4 квартиры. Лестничная площадка. Сейчас покажу лифт. Вот, вместимо 4 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Вот, спускаюсь. Так что, дорогие зрители, звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. WhatsApp, Telegram, Viber. Если не отвечает Telegram, то звоните на WhatsApp. А также у нас есть телеграм-канал, можете туда подписаться. Там бывают более свежие варианты. И, как сказал, работаю по запросу.
Смотрим. Вот я спустился на нулевой этаж. Тут что есть? Вот у каждой квартиры есть отдельная кладовка. Видите, да? Отсюда также можно выйти к бассейну. Пандус. Вот мы выходим на территорию. Вот какая огромная территория. Оттуда и до туда. Есть видеонаблюдение, охрана. Сейчас глянем. Вот горочки. Он отделен. Не олимпийский, но отделен. В длину вот так. И так, видите, да? Длину вот так можно плавать. Так, здесь скрытый бассейн. Так, все тут. Здесь детский бассейн. Ага. О, яблочки на дереве. О. Красота. Ухоженная зеленая территория, как вы видели. Тихо, спокойно. Кажется, вход тут. Здесь санузлы. Да, здесь санузлы. Так, что отсюда вход? Вход отсюда, казочка. Есть пандус. Открытый бассейн, который функционирует зимой. Где-то сауна еще должна быть. Сауна здесь. Пахнет деревом. И сауна большая, которая работает, функционирует. Итак, дорогие зрители. Цена, дорогие зрители, сколько там было, забыл, 208 500 евро, айда 900 лир. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Расстояние до моря, сказал, и рядом есть инфраструктура. Всем пока-пока. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарий, что вам в этом проекте понравилось. А я пойду сажу в этом яблочко, оно уже спело. Всем пока-пока.